типичный австралийский бизнес такой парк, где маленькие склады разных компаний. Сейчас уже 4 часа дня, работу почти закончили. Вот что хочу показать. Типичная картина. Склад открыт, народу никого. Тут выставлены коробки на отправку. Никого народу. Приехала машина. Вот это вот. Сейчас выйдет водитель и загрузит. Никто ни у кого ничего не спрашивает. Приходи, бери. Что в коробках, не знаю, но коробок много. Вот так весело в Австралии живут.